Всем привет! На обзоре велосипед Merida 127 XT Edition 15 года. Вот в ростовке S. Это алюминиевая модель. Трансмиссия XT-шная Shimano. Впереди двойник стоит, сзади 10 скоростей кассета. Вот тормоза Диорки, переклюки SLX. Вот колеса, это свисы. А, забыл сказать, 27-е колеса здесь стоят. Вот. Аморт, соответственно, сзади Фокса стоит. Флот CTD. Впереди Evolution на 32-х ногах. Вот. Подсидел, и седло здесь не родное стоит, неудобное сиденье. Ходов тут 130 миллиметров, если меня не изменяет память. Производитель позиционирует типа а-ля кросс-кантри трейл, но вел больше, наверное, все-таки трейловый. Всем пока.